Итак, сегодня 1 октября, выпал первый снег. Я, как всегда, выходные в лесу, далеко тут ушел. Собрался сегодня идти за брусникой. Но снег пошел, поэтому я выложил грабилку, все эти ведерочки, которые для брусники предназначаются. И пошел налегке, так сказать, погуляться, проверить фотоловушки. Тут раз почему-то вообще ничего не казалось. Я не знаю, как они, вороны уже что, умудрились как-то прятаться. Ну, кстати, видео с фотоловушки я выкладываю на Яндекс.Дзене. Так что переходите, ссылка будет внизу на это видео, и там найдете, там очень много сейчас роликов с фотоловушки. На YouTube я пока, ну, может, по мере, так потихонечку буду укладывать некоторые. Но не все, сейчас я отдаю предпочтение Яндекс.Дзену. Мне больше нравится, там я укладываю еще фотографии. Там есть такая возможность. Там статьи писать и фотографии, так просто. Большие тексты составляю и фотографию укладываю. Смотрите, какая красота. Тишина. Ветра нет. Тут еще недалеко ушел, еще машины слышно. Просто балдею. Кстати, еще. Вот вместо пения птиц слышен гул машин. Ну, сейчас это немножко там будет хорошо, буду один. Тут прекрасно быть в лесу одному, в одиночестве, осознавая, что в диаметре несколько километров никого рядом нет. И ты один, как маленькая песчинка, потерянная в лесу. Ну, как бы так. Смотрите, какая красотища. Ну, я думаю, снег растает этот. Не знаю, сколько мне еще фотоловушки себе составить, на сколько недель. В середине октября, я думаю, уже надо будет их снимать. Потому что снег выпадет. Здесь он не будет таять. Это в городе будет таять, а в сопках. Хотелось бы, конечно, чтобы он растаял, чтобы еще за брусникой сходить. Как я тут собирать снегу. Смотрите, здесь настоящая зима. Тишина такая. Даже вот не хочется не разговаривать, тем более громко. Вот через месяц нас ожидает такое везде, в городе, в всех лесах. Красотища какая. Кстати, птицы поют. Что-то я не замечал, видимо, я когда шел. За шагов скрипа снега не слышал. Снег крепит. Идешь. Все. Отлично. Зима такая. Вступает. Ждать. Мои следы. Единственное, больше нет никаких следов здесь. Броб взял. Ну, в принципе, он не промокает. Хоть тяжелее, чем рюкзак. Это был рюкзак. Да и выделяюсь с тем куровым. За грибами пошел. Забавляйте. В автобусе забавляю. Там летает стая каких-то птичек. Вот, они как-то ко мне подлетают. Попробую зону увеличить. Что это такое? Опа, сразу летели. Я тут одну я вижу. Сидит. Что это за птичка такая? Подойти. Ань, улетела сразу. Вот они там стайка летают. Параллельно мне. Близко не подлетают. Я их не могу заснять. Ладно. Так, зима уже. Ух. Так. Озерцо. Скоро все покроется льдом. Заледенеет, замерзнет и наступит суровая зима. Прощание с лесом. Я уже подхожу к городу. Где-то мне еще час, наверное, идти. Может, минут 40. Я буду опять в этой суете. Красиво. Снег, первый снег, это всегда так здорово. Так интересно. Все покрыто белым. Проблескиваются зелененькие листики. Красиво. Снег падает. Карман попал, снег. Светок.